Когда мы видим рой беспилотников, то это уже опасность. Мы применяем ядерную бомбу или мы думаем? Дроны-то не страшны. Обломки дронов нас вот. Да. Даймав пі гранату, і вона усіх підірве. Так можна сказати про російського диктатора Путіна і його оточення. А нас з вами ждуть такі інтересні і не дуже очікувані події вже в ближайшому будущому. А можемо, наприклад, даже ну, если не сегодня, то, скажем, в завтрашнем эфире, провести голосование, какой город на Украине вам жалко меньше всего. Я подумаю сегодня вечером, вот из чего составить список. Тут вот кто-то говорит, Львов, я сразу отверг, нет, Львов, мы там будем каву пить. А нынешнее заявление Путина я бы лично рассматривал бы как, ну, то, что называется последнее предупреждение. Здається, це вже було і не раз. Але зараз заяви про можливе застосування ядерної зброї звучать не випадково. Ну, по-перше, їм потрібно було зірвати візит Зеленського до США. А по-друге, зробити так, щоб Байден не дав дозволу на використання західної зброї по території РФ. І так, стоїть ли Україна ядерної війни? Таким вопросом президент Путин, вежливо выражаясь, встряхнул западных политиков и в первую очередь встряхнул Вашингтон, который продолжает дискуссию о снятии запретов на удары дальнобойными ракетами по России. Верховный главнокомандующий анонсировал обновленную ядерную доктрину нашей страны отныне. Любая агрессия против России, любого даже неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного союзника будет рассматриваться как совместное нападение на Россию. Взагалі так звана Росія розпочала цілу кампанію погроз, щоб залякати наших партнерів. Але, як виявилось, залякати вони вирішили і нас з вами, українців. Ще раз, українців залякати. Ну, бо не подобається, що часто до них прилітають наші безпілотники. Основанием для ядерного ответа теперь будет считаться критическая угроза суверенитету России не только ядерным, но и обычным оружием. Возможность ядерного ответа Москва будет рассматривать при достоверной информации о старте в направлении России самолетов стратегической и тактической авиации агрессора, крылатых и гиперзвуковых ракет, а также, внимание, беспилотников. Проще говоря, если российские радары фиксируют пуск, допустим, Storm Shadow или, не дай бог, Скальп, ответ будет не по Украине, а по Лондону и по Парижу. Эх, не ті зміни вносить у доктрину Путін. Вам же насправді ракети та дрони не страшні. От якби в тій доктрині написали про обломки, то вже зовсім інша справа. Дрони-то не страшні. Обломки дронов нас вот. Нас вот после хлопков. Дроны-то, а вот обломки, прям вот они вот с обломками. Два самых сказать. Страшных слова – хлопок, хлопок и обломки дронов. И упавший, да, обломок, совершенно верно. Хоча пропагандистка Скабєєва все ж боїться і уламків, і безпілотників. Президент сформулировал снова экзистенциальную угрозу существования Российской Федерации, но при этом проговорил, что когда мы видим рой беспилотников, то это уже опасность. Это опасность или уже угроза конвенциональная? Мы применяем ядерную бомбу или мы думаем, как вы осознали? То есть мы, опять-таки возвращаясь, мы творчески использовали американский опыт, мы искали сдерживать неизвестностью. Вот у них называется сдерживать неизвестностью. Пусть противник думает, что мы, а он не знает, как мы воспримем рой его беспилотников. Как нападение ядерное, или как неядерное. То есть 147 беспилотников в начале сентября атаковали Россию. Да. Это повод? А вы, ребята, в Вашингтоне думаете, как мы это воспримем, и думаете, что мы можем это воспринять как ядерное нападение. Вот это называется сдерживание неизвестностью. А бить, вы как считали, по Украине или все же по США? Беспилотники украинские, но летят на Россию. Судя по тому, кого наказать? Как говорят американцы, они считают, что мы накажем Польшу и Румынию. Вочевидь, не встигли кремлівським пелькам видати правильні методички, що вони й самі заплуталися, по кому ж біть будуть. Можливо, навіть по своїй території, бо ж деякі ракети та дрони запускаються з Курської області. Що касається ядерної доктрини,
Но то, что мы, я думаю, все граждане России ждали, что что-то должно быть в этом смысле изменено, это ничего не сказать. Конечно, этого ждали, этого ожидали. Потому что особенно после курских событий, конечно, был вопрос. А тогда для чего нам ядерное оружие, если кто угодно может прийти нам на территорию? Теория от практики отличается. И мы, наверное, сейчас находимся в той ситуации, в уникальной, в которой не находится ни одна страна мира. Мы от теории переходим к практике. Ну, з практикою, скажімо прямо, у вас не дуже вийшло. Бо спочатку росіяни планували здійснити демонстраційні дії, провести показове випробування міжконтинентальної ракети «Сармат». Але, як ви знаєте, вона взяла і вибухнула у шахті. Один «Сармат» і все. Були британські острова, нет британських. Ну, ми ж серйозні люди. Ні, а от я і серйозно і говорю. От Калінінграда до Берліна 106 секунд, от Калінінграда до Парижа 200 секунд. Вас інтересує Лондон 202 секунди. Вот. Та не пролетіла вона ні секунди. І тоді кремлівський диктатор перейшов до другого акту цієї вистави. Заявив, що вони змінюють свою ядерну доктрину. Але ж... Перша реакція на те, що сказав наш президент по зміненню ядерної доктрини, говорить про те, що вона, в принципі, по інерції йде. Опять про красные линии, опять Россия не ударит, это все сказки, живите спокойно. Как говорится, ничего не будет. Если ударит, то только по Украине. Да? Но там же четко было Но сказано. Это газеты, газеты, серьезные люди молчат. Нет. Чего это молчат? Например, министр обороны Німеччини Борис Пісторіус сказал, что дії Путіна навіть не варто коментувати, бо ця ядерна риторика давно усім відома і вже нікого не лякає. А міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас сказав, що гучні заяви Путіна свідчать, що насправді він боїться наслідків, які чекають на Росію після отримання Україною дозволу на удари по РФ. Вони говорять, ми повинні дати оружие дальнобойне вглубь території Росії, тому що Україна сама має право определяти, як їй вести війну з її ворогом. Ну, по этой логике и Россия имеет право сама определять, как ей вести войну с тем, кого она считает врагом. Право мы там напали бы на Украину или они на нас напали. Сейчас это не разбираю, но это одно и то же. Напали мы на Украину или они на нас напали? Мені це почулося? Які ж вони тварюки? Але якщо навіть дотримуватися цієї неіснуючої логіки Третьякова, то чому ж тоді Росії можна використовувати іранські та північно-корейські ракети по Україні, а нам американські та британські ні? Вони повинні осмислити, а що ж произошло? Произошло прямо те, що і говорилось, що ви поставляєте ракети, хто поставляє, тому і ударить. Да? Якщо з Франції, то по Франції з Британії. Значить, Британія, якщо розрішили США, то ще й США достанеться. А якщо ночі прилетять безпілотники, що ви скажете? А ми не відповімо. Я так уже не скажу. Теперь, как говорится, весь ответ в руках нашего главного командующего. Прилетело 150 беспилотников, разобрались. И по Украине мы и так бьем, но кто эти беспилотники поставил, должен приготовиться. Ко всем, как говорится, ответным мерам с нашей стороны. Но понижение... Я бы не назвал это понижение. Оружие состоялось? Ольга, я бы сказал, это не понижение применения, это повышение риска применения. То есть риска угрозы тем... то грає в красній лінії з ядерною державою. Ось зараз зупиніться і відмотайте на кілька секунд назад. Подивіться на вираз обличчя Скабєєвої. Здається, що навіть зливний бачок розуміє, що як би там дід не намагався з останніх сил залякати світ, переписуючи свої папірці та обіцяючи всім ядерний апокаліпсис, все це ніщо інше, як просто блеф. А Києву не приходить в голову, що перший удар – получит, собственно, само киевское начальство. А здесь неоднократно... Вряд ли ракета пролетит мимо Украины и пойдет искать сразу туда. Нет, но речь в доктрине идет на самом деле о том, что ракета пойдет искать туда. Что-то. Ну, я не так понял. Ну, ты сам вот. Сейчас вот задал ну, кому-то. Потому да. что по Украине-то... Невелика проблема. Но то есть они там... рассчитывают проскочить, я правильно понимаю, нет. если уж так, совсем по-дворовому, по-простому? Нет, Киев. Они надеются вовлечь.
и стать авангардом общей коалиции против России. Ваня, я так понимаю, спрашивает, не то, что они в случае там, этой провокации, они рассчитывают умрут проскочить героями и попадут в Хохлятскую Волгалу. Пу, прости господи. А то, что ничего не будет, достанется тем, которые их защищают. Они, во-первых, думают, что ничего не будет, а во-вторых, они думают, что ничего не будет вообще. То есть ядерный удар, да и вообще никакой удар нанесен не будет. Давайте. Нагадайте, а скільки разів вже Путін заявляв, що використає ядерну зброю? Пропагандисти, звісно, підіграють кремлівському карлику, малюючи апокаліптичне майбутнє у випадку доведення Росії до останньої краплі. На самом деле, очень важно, что мы перешли от доктрины ядерного сдерживания к ядерному устрашению. Это очень важно, потому что сейчас Запад прощупал наши, скажем так, красные линии, назовем их, и потихонечку их двигали, смотрели в тех местах, где это можно сделать. Потому что мы видим, что массированные налеты беспилотников, крылатых ракет, пока это по старым территориям, но планируется по новым. Именно сейчас идет обсуждение по возможности дальнобойных ударов. Это была их концепция постоянного изматывания нас. А то и вообще приближение, приблизиться к так называемой теории быстрого глобального удара, когда массированный налет на Россию просто нас обескровливает. Потому что кто-то скажет, а в чем разница между украинскими беспилотниками, которые и так летят на 1000 километров, и крылатыми ракетами, которые хотят передать. А здесь кроется в том, что они могут поражать объекты уже стратегически. Они и ПРО могут, вернее, могут обходить ПВО, могут поражать объекты противоракетной обороны, в том числе и ядерные. А й справді, в чому то різниця? Якщо не так давно Україна, ну, напевно, Україна атакувала дронами радіолокаційні системи загоризонтного виявлення, які є частиною російського ядерного щита. І вже тоді Росія, згідно доктрини, могла застосувати ядерну зброю проти нас. Так само, до речі, як і після початку Курської операції, чи, наприклад, ударів по Білгороду і Криму. То есть, если мы наблюдаем атаку, подобную атаке на Крымский мост, помните, там одновременно 20 ракет, примерно, 11 или 12 да, 12 атак, ну, в общем, что-то да, в районе 20, ну, больше 10 скальпов или атакамсов, которые взлетают в нашу сторону. Мы можем считать, что это тот самый массированный запуск крылатых или каких-то других ракет, на которые мы можем отвечать так, как сказал президент. Или здесь все-таки есть какая-то градация другая, просто чтобы мы детали понимали. Но чтобы нам не уйти в двойное толкование, да, норм, пока не было исключений, что территория России или старые регионы или новые, у нас в соответствии с Конституцией, и Крым, и Крымский мост, это все российская территория. И фиксированный массовый запуск, значит, и крылатых ракет, и беспилотников, и тактической авиации, читая F-16 и все, что будет там, это фактически дает, важно понимать, дает возможность на применение, ответное применение ядерного оружия. Насколько, а не сразу автоматически его запускают. Насколько я понял. Але і тут вже деякі пропагандисти почали давати задню. І говорять, що насправді то Путін не збирається горіти у ядерному попелі. Тому якщо і застосує ядерку, то тільки у крайньому випадку. Причому, замітьте, Путін не підписав її в одночасье. Він сказав, що він подумає, поработає і так далі. Тобто він оттягує це рішення, оставляє їм можливість шагів либо назад, либо вперед. Вони, відповідно, теж подвешивают свои решения, ну, и ждут, когда эта ядерная доктрина будет опубликована. Они пока стоят. Я уверен, и, кстати, с Алексеем тоже согласен, что ядерное оружие будет применено только в крайней мере. При этом я сомневаюсь, что сразу будет применено стратегическое ядерное оружие. Эта лесенка эскалации, она достаточно длинная. Але все ж є й такі пропагандисти, які пропонують завдати прямо зараз демонстративних ядерних ударів. Я би привлек к удару по об'єктам на території Великобританії, обычным оружием для начала, крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, нанес удары, например, по трем объектам. Это производственным площадкам концерна МБДА ЮКА, который занимается производством ракет Storm Shadow. Это, если мне не изменяет память, Бристоль, это Стивенш и это Болтон. Это вот где производственный площад находится концерн МБДА. Утром там заседание, совещание, как же так? Мы стали жертвой агрессии, нам надо немедленно ответить, надо задействовать статью 5 устава НАТО, надо покарать тех людей, которые нанесли по нам ракетно-авиационный удар и силами военно-морского флота. Как они только начнут заседать, чтобы дискуссия была направлена в нужное русло, демонстрационный ядерный удар
или, например, в северной части, опять-таки, прошу прощения за тавтологию, Северного моря, или в районах Атлантического океана, непосредственно прилегающих к территории Британских островов. Ну, чтобы все видели эту вспышку, все население Великобритании, политики и военные, и пришли к выводу, а не слишком ли мы сильно горячимся с этими ракетами? Вот. Полетят ракеты оттуда, туда ядерный удар. И кто эти ракеты поставил? Гиперзвуковые Америка, значит, в Америку. То есть четко дано алгоритм действий. Поэтому зачем вы, товарищи германцы там, или французы и так далее, тратите деньги на то, что вас гарантированно не защитит? Потому что система противовоздушной обороны, противоракетной обороны, которую делают страны НАТО, не способна остановить наши гиперзвукові термоядерні боєголовки. От слова совсем. Ну, як працює російська ППО, ми всі вже чудово побачили на прикладі нещодавно знищених уламками складів з боєприпасами. Тому я б на їхньому місці була обережна із такими заявами. Бо ці маразматики, здається, повністю ігнорують реальність і міркують так, ніби Росія є єдиною у світі ядерною державою і має якусь суперзброю, якої більше ні в кого немає. А реальність така, що ніяка Британія чи Франція не буде спокійно спостерігати за тим, як у її бік вилітають російські ракети, а миттєво завдасть удару у відповідь ще на стадії підготовки цих ударів. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни – та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Наріцина. Побачимось!